Ничего не видать? Да. Давайте так. Всем привет! Привет! И сегодня 13 марта, и на дворе настала масленица в стиле Ural Adventure Company. Да. Здорово. Мы сейчас ждем ребят, они собираются, едут на два маршрута, а потом приезжают сюда на поляну. Все посмотрим, все снимем. Поехали. Погнали. Отлично, привет, привет, привет! Круто! Здорово! Всем доброе утро! Как будто... Подготовка лагеря идет полным ходом. Блин, погода сегодня просто супер. Женщина молчаливая, с пережатой шеей. Так, дерево призов уже почти готово. Леха с Даней завершают последние приготовления. Сегодня это наши главные помощники. Спасибо, ребята, вам большое. Ну вот, поляна почти готова. Призы на месте. И ждем гостей. Вот у нас колонна подготовленных машин. Почти подошла к поляне. И тут начинаются интересные вещи. Наш старый знакомый Андрюха, гребя перед собой. Здорово! Че, тебе помочь? Давай, лебеди. Вот он, лютый газон. Да. Привет. Первые лебеди в сегодняшнем дне. Давай, Андрюх, потаскаю. Отлично. Сергей, не хочу ничего говорить, но мне кажется, ты вышел, он поехал. Ну, конечно, я что, на 4 ехал. Налево, налево. Вот это котлета. Супер! Вот это да! Небольшой брод через речку Северка. Он не вызывает никаких. Ну отлично. Так, ребята, колонна экстрима относительно легко прошла. И сейчас ей, скажем так, навстречу. Смотрите, какие. Лайтовая бригада. Он. Давай, давай, давай. Так, и Сузуки. Вот это мы опять собрали банду. И даже Рено Сандера. О, старый знакомый на дастерах. Ну конечно, Саньонги. О, какая шнифка красивая. Езжай, езжай, езжай.
Еще даже поляну не проехали. Кия. Вот это да. О, старые знакомые. Жанчики, Нивы. Где вы там все будете разворачиваться? О, наконец-то! Ну и замыкает колонну наш новый экипаж. Опа, смотрите, какой патрол. Все, ребята подъехали на маршрут для подготовленных тачек. Так, снежок. Отлично. Зря при этом на два ходом дальше надо было выпрыгивать. Эх, солнышко не дает снимать, но зато погода, я вам скажу, ребята, прям весенняя. Дошли до места, где должны выйти с экстрим маршрута. Самый приятный подъемчик, ребята. Конечно, лес сегодня просто офигенный. Просто. Экстримы, как истинные отморозки, нашли себе развлечения совершенно не на маршруте. Ну, вот. Здравствуйте. А, ты по моим следам? Так, с вами виделись уже. Вы уже сидели. Здравствуйте. Ушли с маршрута, самовольничайте тут. Сказали экстримы, едем по экстриму. Привет. Мы на месте собираемся. Да, должны были раньше повернуть направо. Приветствую. Привет. А ты кого вытягивал уже? Себя? На выходе немножко. Понятно. Итак, поскольку наш экстрим немножко вышел из-под контроля, вот трос лебедки от той белой Нивы сейчас намотан на мост вот этой белой Нивы. Стой, намотал! В общем, экстрим веселится. А Миша, по ходу дела, опять сидит. Кто-то где-то рубится. А, это Андрей у нас. Серьезно? Подходит к делу. Давай, Андрюха, покажи класс. О, трос размотали. Отлично. Пока пофотографируемся, пока посмотрим все. На обратном пути просто к подъему подъедем. Если они будут подходить, тогда перед подъемом встанем, чтобы они на право уходили. Все верно, Леха говорит. Вроде более или менее собрали колонну. Поехали наконец на маршрут. Ох уж эти
стримщики. Все, наконец-то заходим на маршрут. Все, езжай по колее. Все, наконец-то пошли. Хорошая сегодня техника у нас. Серьезная. Только больно самостоятельная. Все, идем, спускаемся наконец-то к реке. Наконец-то все более или менее стало правильно. Что у нас тут? Сейчас посмотрим. Гламурная Нива пошла. Ребята, если произойдет невозможное, и он поедет сам, хвостик подцепите. Так, Миша уходит с препятствия. Едет мегатехника. Вот это техника. Много шума, много дыму, ну а теперь мастер-класс. Не напрягаясь, аккуратно, без лишних движений. О, молодец. Впереди часть про стоковый проезд, а также, конечно же, про праздник, про празднование праздника. Смотрите, не переключайтесь.